Такого марта не было на Урале лет 30, это точно. К сожалению, такие условия продлятся еще как минимум неделю. И, скорее всего, весна придет не раньше 3-4 апреля. Апрель, скорее всего, порадует нас теплом. Вот. И то тепло, которое мы недополучили в марте, мы получим в апреле. Теперь прогнозы погоды на кафедре метеорологии и охраны атмосферы Классического университета станут точнее. Поможет в этом новое оборудование. В числе приобретений температурный профилимер, позволяющий вести измерения температуры воздуха на разных высотах, а также современная метеостанция компании Вайсела, оборудованная дополнительными датчиками. Он измеряет скорость и направление ветра. Вот здесь вот три ультразвуковые антенны. А дальше количество интенсивности осадков, температуру, давление и влажность воздуха.